Экономически выгодно, но опасно для пингвинов. Защитники природы пытаются привлечь внимание к проблемам залива Алгуа на юге ЮАР. Там гнездится около половины мировой популяции африканских пингвинов. Этот вид занесен в Красную книгу и считается вымирающим. Но с 2016 года в том же заливе дежурит танкер вместимостью 100 тысяч тонн. Он позволяет огибающим Африку кораблям дозаправляться прямо в море, не заходя в порт, экономить время и деньги. Разлив такого объема нефтепродуктов может практически уничтожить биоразнообразие акватории. Мы хотим защитить разнообразие, развивать здесь экотуризм, но это невозможно, пока существует риск разлива нефти, который несет опасность для пингвинов. Мы в таком случае потеряем статус крупнейшей колонии пингвинов, и это нас очень беспокоит. За 4 года произошло уже 2 небольших разлива топлива, и добровольцам приходилось очищать птиц от нефти. Особенно актуальной опасность стала после недавней катастрофы на Маврикии. Но и без разлива активность судов может нанести ущерб. Специалисты заявляют, что постоянный шум винтов уже отпугивает китов и дельфинов, которым звуки мешают охотиться.